Сегодня у нас крутой челлендж. Челлендж с Кока-Колой. Сегодня я буду снимать видео с моими подружками. Аней, с Дашей и с Ромой. Мы будем делать эксперимент. Будем мета засыпать Кока-Колу. Сейчас девчонки по очереди будут делать эксперимент. Только девчонки очень аккуратненько, чтобы ничего... Давай-давай, все, давай, Лин, все, приверни в пачку. Присядь, не бойся. Все, первое я уже сделала. Второй начинай, давай, заходи. Открывай тихонечко. Класс! О, это второй раз уже был лучше. Чем больше ментосов в бутылке, тем крутее получается вулкан. Молодец, Аня, молодец. Так, друзья, а вы напишите, кто из девочек сделал лучше всего челлендж. Сразу видно, что вторая бутылочка была лучше. Вулкан здесь был круче. Сейчас третья девочка. Это будет Рома. Рома, подходи. Чем побольше, тем лучше. Давай. И убегай. Да-да, надо как-то придумать так, чтобы они легко выходили. Так, третья была Рома, первая была Алина, вторая была Анечка, у которой тоже есть свой канал Анет Д. Так что заходите, пожалуйста, к ней в гости. У нас будет ссылочка внизу на ее каналчик. Детский каналчик, она новичок. Поддержите ее, пожалуйста. Подписывайтесь. Так, эти все девчонки не одноклассницы. И сейчас будет Дашенька. Ты смотри, чтобы Ментенс хорошо выходил. Подожди, не по одному только, хорошо? Эксперимент девчонки делают. Давай, убегай! Вау! Круто! Если честно, ребятки, у некоторых получилось чуть больше, чуть меньше, но ничего, победила дружба. Вы в комментариях напишите, кого больше вам понравилось, чья бутылочка больше вам понравилась. Эксперимент с Кока-Колой Ментенсом удался, эффект был вулкана. Всем спасибо за просмотр, всех мы любим и всем... Пока!